С 15 по 18 октября 2024 года в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА прошел третий всероссийский фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне среди кадет». Республику Дагестан на соревнования представляла команда кадетской морской школы-интерната имени Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. Под руководством преподавателя Леонида Анатольевича Кудрявцева команда показала высокие результаты, заняв третье место в общекомандном зачете. Среди победителей и призеров в личных зачетах оказались Магомед Алиев, золотая медаль в прыжке в длину и бронза в поднятии туловища. Осман Магомедгазиев, золото в беге на 60 метров. Мавлет Арбулиев, бронза в беге на 60 метров. Магомед Гасанов, бронза в подтягивании на перекладине. Магомед Гаджимурадов, бронзовые медали в наклоне вперед и подтягивании на перекладине. Александр Хусаинов, золото в прыжке в длину и серебро в подтягивании. Шамиль Магомедов, золото в наклоне вперед. Участники команды показали достойные результаты, еще раз доказав высокий уровень подготовки дагестанских кадет в физической культуре и спорте.